Пак Шакур сказал: "Plus we're about to get evicted, can't pay the rent. It's time to see who really is your friend." Нас выселят, не можем платить ренту, ну, за хату. Время узнать, кто твой друг. И на иврит одновременно. Да, такого языка больше нигде нет. Красиво, да? У нас на районе такой язык. Цыплаков, мой одноклассник, у которого постоянно водились деньги. Когда жил в Питере, я приехал ему в гости, мы шли по Невскому, и тут к нам подлетел молодой человек с криком: «Бесплатный психологический тест!» Естественно, мы среагировали. Естественно. Прошли тест, как оказалось, диагностический, с вопросами из серии: «У вас бывают сердцебиения?» Да, бывают, я не знаю. Нам стали впаривать книгу вот эту, «Дианетика», Л. Рон Хаббард. Я такой: «Нееее». Отсыпа такой: «Ну давай купим, вроде интересно, всего 850 рублей». А это был, блядь, 2009 год. 850 рублей тогда было все-таки, извини меня. И жена, которая была с ним, тут же ему говорила: «Блядь, Игорь, не покупай, ты же потом будешь меня винить, что я тебя не отговорила». И через сутки, когда мы погуглили просто визит в психологическую эту тему питерскую, погуглили, что это такое, я тогда еще не знаю. Он говорил: «Блядь, Валь, почему ты меня не отговорил от того, что купил? Я не отговаривал». По иронии судьбы, мы в те времена смотрели в Питере в мой визит серии «Саус Парка» случайно. В ночь после визита в эту саентологию мы врубаем серию про саентологию, где Том Круз живет в шкафу. Отдельно выпуск, чтобы приобрести, есть 10 флагов пленка стоит. Их нигде не увидите, только я делаю. Сосок с мамой? Да, слон тоже есть. В России очень мало осталось. Грузии тоже мало осталось? Это у меня они остались, это ни о чем не говорит. Чё у вас, минералка-то красненькая? Да и да, просто так плачет весна. Мегабади, ямарджоба, меглиба. Я
расскажи о себе. Я из Санкт-Петербурга, оставил все вещи, взял камеру и уехал делать YouTube-канал. Пока не сделаю популярным, домой не вернусь. Мотивация. Прикольно, да. Желаю успехов. Спасибо большое. Дышалось немного и снова пошло. Нет. Я извиняюсь. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Как тебе автостоп? Как тебе эта движуха? Как то, что вокруг нас? Начинаю осознавать и ощущать всю свою жизнь до этого немножко по-другому. Тут какие-то вообще лютые, странные вещи для меня непонятные или просто неприемлемые творятся, но они просто происходят, и либо ты это принимаешь, либо нет. Что-то внутри поменяется, наверное. Но происходит как что-то непонятное, да? Ну, временами странное, вот до абсурда доходит. Его лицо снова нельзя показывать, у него 97 тысяч подписчиков. Что происходит? Она не громкая, народная, ой. Извините. Питер, ты Москва. Да, 3 года здесь живу. Занесло, но папа сильный, после войны квартиры должны выдать. Размышленный все дебил. Абсолютно безумный день. Мы побывали примерно в 20 местах по всему Тбилиси. С местными пацанами, с Эрнестом сняли 2 блога. Посмотрели на красоты. И я не знаю, когда это все закончится. Правда? Когда это все закончится? Это закончится все очень скоро, но очень плачевно. Я не знаю, тут в Грузии какие-то настрой. Шутки абсолютно. Настрой какой-то пессимистичный слегка. Чуть-чуть. Самую капельку. Welcome to Georgia. Окей. Мне у вас нравится. Нам не принесли хинкали, мы пошли в бургеры есть. Да я знаю, что Венди сейчас люто хайпится, но ни разу не пробовал. Надеюсь, будет вкусно. Надеюсь, мы классно проведем время. Блин, очень стандартные банальные фразы, но я не могу по-другому, я человек от души. Респект всем вам. Спасибо большое. Не снимай это хорошо. И что было? Обязательно громко говорить. Бой! Еее, бой! О, Лех, ты тоже? А когда ты... 3, 4. Джебой! Бля! Ну это фишка Димона! Классно! Да ладно, ты мне проиграл, ты мне поддал! Погнали! Камарджоба! Гуляем дальше! Штурмовикам! Ближе резкости не будет! Последние деньги? Я это шикарно. Это волшебно.